конечно, выезжать из дома, когда темно, это просто адский ад. Доброе утро! Рассвет. Снимаю вам без фильтров. Просто ничего себе, как красиво. Прям рассвет. Ой, красота какая. Ой, Паш, да. А тебе что не спится-то? Да, вот что-то приехал. Что-то приехал, да? Ой, это тот самый случай, когда пока лучше себя не показывать. Че, приехали? Как говорится, кто рано встает, тот хочет спать. Ну, еще в таких условиях мы не собирались. Да, вообще. Ну, мы и не в таких собирались. 8 часов, и мы уже на гриме. Мокрые волосы. Маришка, Оксик, Токсик. Ольчик, сегодня тяжелый день нас ждет, девочки. Вот, так ты что... Так что можно, в принципе, вот там поспать потом. Вот тут местечко есть, вот на балконе. Так что мы начинаем собираться. А что мы сегодня будем делать, я расскажу вам чуть позже. Доброе утро. Спасибо, можете ехать отдыхать. Ребят, кто-нибудь Ольгу Бузову видел? Бузову? Видели Ольгу Бузову? Нет. Как на площадку надо срочно снимать, не видели ли точно? Нет, она дома спит. Нету? Спит? Спит, да, дома? Мои хорошие, вот вы часто меня спрашиваете, какую литературу я люблю читать, какие книги я читаю. И хочу вам рассказать о потрясающем просто психологе, авторе потрясающих книг. И хотела вам сказать так, когда вы действительно прочитаете и проработаете все ваши проблемы, вы поймете, что очень многое зависит реально от нас и от нашего подсознания.